Всем здорова, народ, с вами на канале Бублик Channel, и это четвертая серия будней ДПС на проекте Green Tech Roleplay. Ссылочка на проект, естественно, будет в описании под роликом. Обязательно переходите, скачивайте лаунчер, начинайте развиваться вместе со мной. Также, ребята, при регистрации обязательно вводите мой никнейм Adus Machine, чтобы получить бонус при достижении 5 уровня в размере 100 000 рублей. Ну, а сейчас я уже надел форму и буду ожидать Егора. Егора, который вам уже всем прекрасно полюбился, и у нас с ним получаются очень интересные РПшки, очень интересные погони и тому прочее. Сажитесь поудобнее, всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Погнали. О, алло. Привет. Здорово. Ну что, ты готов? Я готов. Я уже просто поприветствовался, это сейчас будет, там будет склейка. А, да? Да, нужно, чтобы тебе ты поприветствовался. Здравствуйте, меня опять заставили снимать видео. Да, да, да. Хотя это исключительно мое желание, в скобочках меня заставили. Ладно, всем привет, ребята, это третья часть будней ГИБДД на сервере Green Tech Roleplay. Меня зовут Егор, и сегодня мы продолжаем обеспечивать безопасность дорожного движения. Это, Егор, ты офигеешь, это уже четвертая часть. В смысле, это третья? Это четвертая. Это третья. Это четвертая. Это третья. Это четвертая. Это третья. Блин, да, это третья. А я в начале видоса сказал, что четвертая. О, видишь? Смотри, надо справа это ОМОН. Видишь, у них позывные Пионер, Вагнер. Офига, я тоже такой позывной хочу. Это маски у них, чтобы их IC мне не узнали, потому что сейчас у нас усиленный режим несения службы, приказ Вулкан. Ну, спецоперация Вулкан. Угу. Смотри, раньше... Ну, вот там встречка, там встречка спереди, смотри. Да-да-да, поехали. Я включил мигалку, поехали. Звуковые выключай, можешь. Мы обозначили себя световыми конкретными маячками, все. Все. Двигатель заглох. Посмотри, как с нами общаются. Как? Ого, фига он офигевший. Слушай, может ему втащить? Язык-то прикуси, с сотрудником полиции общаюсь. О! 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 Фига! Что? Дом поехал. А он по этой фигне поехал. Я его потерял. Что за бред? Он просто вправо по рельсам дал. Ладно, сейчас я его найду. Далеко. F12 надо нажать, она параллельно дворам пошла, севастопольская, 4-ка в Арзамасе. Она не тут была. Артём. А где? Она направо повернула. Значит... Она, скорее всего, на прокастом пошла, 4-ка, без номеров, 1 человек. Понял. Что, как-то хреново вы поехали? Да я не ожидал. Он просто взял, по рельсам поехал. А, Батарева. Поехали. Прямо, прямо, прямо. Артём, прямо? Тренируйте стрела, да, 12 прямо. Подключились. 4-ку ищем, Батарева, без номеров. Кто еще в Арзамасе или рядом с отделом МВД? Здесь направо, да? Пожалуйста. Да, направо. Вагнер, у тебя, если что, ПМ готов? У меня готов. Отлично. Давай-ка направо. Тормози, 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 тормози. Сюда? Да-да, вон заезжай направо, направо. Да, вон стоит, я вижу его морду. На автоклимате. Формация. На автоклимате автомобиль нашли. Подъезжаем. Все, этот. Да. Выехал. Выезжает с Арзамаса, с Батарева, точнее, со стороны Арзамаса будет выезжать. Выезжаем из Батарева, у нас слева Гауруна, справа у нас автовокзал, по полям пошел. Он просто по полям уходит, да, я так за ним не поеду, ну нафиг. Останови. Может, он по колесу? Я объеду. Давай, он вышел из автомобиля. А нет, он за машиной прячется. Выход. Так, Артём, выключи запись, иди сюда. Вообще там, на самом деле, кстати, у него же без IC выход. Ой, без IC выход, господи, без IC погоня. Потом выход, потом по полям он ездил. Целый букет себе собрал. Я уже сам хотел его с калаша расстреливать. Ну и в итоге зачем он это сделал? А вообще, так мы же не можем его с калаша расстреливать, по факту. Ну, по факту можем. Почему? Ну, по нему стрелять мы не можем, по машине можем. Ну да, по нему я имею в виду. По нему нет, не можем. Ну вот, ну по машине. Но вообще с калаша по машине, учитывая, что у него там 4-ка, это все равно, что по нему стрелять. Ну все, я его заставил снимать, он снимает. Я все еще хороший коп. Не берущий взятки. Спасите, похитили, кто-то кричит, ты слышишь? Садись, я видел эту машину. Серьезно? Оставляем его? Садись, поехали. А, я думал, я за рулем. Так, блин, ты куда? Смотри, сейчас направо.
Направо. На перекрестке направо. Звуковую и давай по встречке. Сейчас направо. Вот он. Это? Да. Так, так, так. Приветики. Приветики. Отдел по борьбе с трансвеститами. Здравия. Я беру, если что, сяду, потому что. Здравия желаю. Из вашего авто были слышны крики. Да подожди, он через сплошные проехал. По. А. Да? Они сейчас уедут, нет? Не рискнут. Как ты это чувствуешь? Ну вот, есть у меня такая чуйка, я не знаю, она со временем сама вырабатывается. Кто будет уезжать, а кто нет. Просто вот самое вот забавное, вот я на видос это скажу, что вот, что бы я ни сказал, и потом это Егор либо подтвердит, либо опровергнет. И вот как он скажет, так и будет, то есть... А, нет. Нет, не так. Накаркал. Да ты чё за руль сел? Алло? Здравствуйте. Объяви КСВ, слэш Д, КСВ, напиши. Слэш. Слэш Д. Ну, везде бывает. Д. Слэш Д, КСВ. Ну, быстрей. Да, КСВ, быстрей, быстрей. Я значит, объявил. М5, Е60, похищение девушки, под Рассер Замасаншан, идем, первое кольцо проходим. В какую сторону держите? Третий съезд, на вокзальную улицу заходим, направо, Нарогович поворачивает. М5, Е60, черное, похищение девушки, трасса Арзамас Рогович, новая, от вокзальной улицы, идем на Роговичи. Принято. Огонь разрешен. Похищение девушки. Артем, попроси этого Додика выйти из машины, или его сейчас отсюда выкину? Понял. Уже подходит к Роговичу? Вижу, на блюдо. Ага, Рогович, поворот направо. Направо, направо. Фил, ты видишь его? Да я вот стою, блин. А, по лесной дороге, Роговича, держимся к обратному сгорелью. Я ему сказал выйти, но он не выйдет, пока мы едем. Там рыжий какой-то сел. Рогович, Т-образный, поворот направо. Угу. Ой, Горель, Горель, Горель. На Горель идет, будет спускаться. За наше нам выезжает, поворот направо. Кольцевое движение, второй съезд, сто... Блядь, по кольцевой дороге идем в сторону поворот на Бусаевскую трассу. Пять патрулек идет, да? Да. Прикольно. Поворот на Бусаевскую трассу, справа стреляем, прям направление на второй укат. Короче, я сейчас себя замучил в канале. Короче, меня сейчас не слышат в IC-канале, чтобы я мог комментировать хоть как то, что происходит. Потому что в IC-канале я мало могу чем помочь. Пять патрулек, вы видите, да? Вы понимаете? Я даже склеивать не буду, насколько быстро они все среагировали и приехали. Как это круто, насколько это РПшно. То есть только Егор это все сказал, и сразу все подорвались. И вы видели, они причем обозначения знают. Это настолько круто. Похищение девушки, жесть. Ну, это... Проходим, ну, ребята, нет шансов, на самом деле. Еще у нас какой-то чел сидит сзади. Ребят, если вы мой подписчик, я все понимаю, но не садитесь, пожалуйста, в патрульные автомобили и старайтесь не общаться со мной во время задержаний и тому прочему. Это не помогает. По это... праву у нас 8 бит, ты вокзал ЖД Южного. Вы можете помешать своими действиями. Про направление продолжать нас слева. Страховая с подземной парковкой. Налево поворачивает, слева автомагазин. Да. Поворот направо, слева АЗС, справа автосалон. На эстакаду заезжает. Че, огонь-то разрешили? Вне города. Ну, оси причин для погони была, они девушку похитили. У нас аудюха есть преследование хоть одна? Есть, потому что нас полосы подрезают, не пускают. Кола, экипаж, почему? Пусти, пожалуйста. Пусть Вань, Петро, налево почему поворачивает. Не выступает? Вань, давай. Дела 12 на себя каждый раз уберем. Блять! Я извиняюсь, у меня рыжий в машине сидит. Просто выгнали пацана. Все, короче, мы его потеряли. Это обидно, да. Это обидно, что мы его потеряли. Вот, я пока за ним катался, мы его не теряли. Я как только пропустил аудюху, которая едет быстрее, все, они сразу потеряли его. Я вообще не понимаю, как это произошло. Вон она. Это, я тоже подумал, что это на самом деле. А, нет, там мигалки были, там была мигалка. Надо проверить. Убедиться. Смотри, говорю тебе, что надо думать наперед. Вот ты сейчас повернул налево тут, это и мигалки, да. А. Можно было поехать направо, потому что у тебя есть левая мини-карта, которая показывает все выезды со дворов. Тут выезда только два, обратно он не развернёт, значит, едешь прямо. Ну, тут... это ты карту знаешь, а я на мини-карту вообще практически не смотрю. Да, моя щука меня впервые подвела. Я только просто, я, знаешь, никогда о ней не говорил, и только я заговорил, сразу накаркал. А я люблю просто каркать, у меня хорошо получается. Ну вот не надо так больше делать. Мастер спорта по карканью.
Вот, а, это Ешка была. А, это или это вообще Тойота? Это Камрюха, это, Камрюха, да, 80-я. Да, да. Слышишь? Нам в бачат пишут. Поехали направо. Зачем? Покатаемся? Гарли туда? Это мы надо будет говорить, потому что это МГ как бы считается. Ну как бы... Случайно сюда заехали. Мы по факту, знаешь, я тебе могу сказать так. Это МГ, но... Типа, по IC... Мы его не просили нам это говорить, типа... Он сам сказал, ты что нам теперь... Из-за этого, из-за того, что он нам не... сказал, то нам не ездить в Гарель. Поэтому... Ну, случайно так заехали. Да, случайно, чуйка. Слушай, они, если они реально похитили эту девушку, мне кажется, она уже изнасилована и убита, поэтому... С учетом того, насколько мы быстро их разыскиваем... Вон она. Вон она. Да. Это же она? Тихо, тихо. Так, опасная ситуация намечается. Давай их искать. А по номерам разве можно лишать? Я сейчас его урод скину по номерам. Владельца ПРП установили. Блин, все-таки это продумано. Чтобы он выдал тебе мотороту. А че он не хотел выдавать? Потому что водишь как петух. Я вот не знаю, по-другому сказать. Ты реально очень плохо водишь. Охуеть, спасибо. Почему я плохо вожу? На мотоциклах сейчас не нужно таранить. Не нужно ни в коем случае подрезать. Ты хрустик. Ты едешь? Это я понимаю. Сейчас не смей даже обгонять эту машину спереди. А можно я вставлю это? Конечно. Спасибо. Так, мы с тобой попытались уже два раза завершить ролик, поэтому давай скажи что-нибудь на прощание, и мы его завершим, пока что-то еще не случилось. Все-таки надо, чтобы что случилось, да? Он тачка без номеров, смотри. Нет, нет, мы не видели, если что, он был закрыт другим автомобилем. На следующем, да? Да. Давай. Так, все. Ну что ж, подошла к концу наша третья часть будни инспектора ГИБДД. Надеюсь, вам она понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Бублик Channel. Да, да, вот это он годную тему сказал. Короче, ребята, обязательно вот эти вот действия выполняйте. Также переходите на GreenTech по ссылочке в описании. На этом я заканчиваю. Всем до новых встреч. Всем удачи, всем пока. Пока.